Да, ну круглый ключ для меня это открытие на H56, если честно. Вон его крыло. Хозяин жив. В общем, вот так. Это у нас родной ZIP, я вижу. Лапка тормоза. Фонарик 66-й. Вверх заколхоженка. Готов транспортировки. Всем привет. Сегодня у меня спустя, наверное, уже больше, чем полгода, очередной дебют. Как вы видите с названия, это мотоцикл будет H56, 60-го года выпуска. Долго говорить не буду, все узнаете в процессе съемки, покупки. Скажу только то, что давно я уже искал такой мотоцикл, именно в таком состоянии. Он на 99,9% оригинал. Там оригинальная краска, оригинальные циновки, все комплектующие практически оригинальные, все его. Да, заводская там коляска BB56. И что самое главное, наверное, то, что он, его можно переоформить. Хозяин жив. Хозяин жив. В общем, вот так вот. Поэтому ни в коем случае не примечайтесь. Будет интересно. Поехали. Так, вот наш где-то здесь мотоцикл. Так, ну это надо цей выкатывать надо по-любому, потому что он будет мешать. Вот такая колясочка. Сейчас будем доставать и подробно смотреть. Вижу бак. Я в прошлый раз уже протер 49 тысяч. Немного он разобран, но все есть. Его родное, все, что должно быть, все есть. Открывается уже ворота, будет светлее. Вот, как я говорил, оригинальный цвет, кофейный такой. Вон его крыло. Все красиво. Сейчас будем смотреть, дальше разбираться, смотреть, находить. Вон колеса. Вот такой бак шикарный, церовочки. Крышка просто как зеркало. Нужно смотреть смело. Продолжение следует...
Так, ну вот сам мотоцикл уже на свободе. Такой имеет вид. Сейчас будем его докомплектовать. Он тут немного подразобран. Вот такой вот движочок. Да, тут, конечно, приколхожено крыло совсем по-другому. И вилка менялась. Скорее всего, кто знает, тут такие уши для крепления. Но ничего, это дело поправимое, как говорится. Сыровки даже тут сохранились. Нуждаются в экстренной мойке. Да, значит, что тут получилось. Мотор здесь наполовину разобран. Мотор здесь поршневую. Что пытались сделать. Но что-то там не получилось или не дособирали, короче. А ну вот видно, головка снята. Не дособирали. То ли поршень поставили другой стороной. В общем, надо его заново будет переделывать. Поэтому здесь крышка снята. Но хозяин говорит, что ходил он, ездил до последнего. Этот мотоцикл. Вот такой вот правый бардачок. Хром, как видим, еще. Все в хроме, все метизы практически остались еще в хроме. Сидушка там тоже есть, она разобрана, но она есть. Так, это наверное, вот так все-таки, да. Руль. Да, он круглый ключ. Для меня это открытие на H56, если честно. Не знал я до сегодняшнего момента. Такая вот защелочка красивая. Шикарно. Да, выхлопная тоже есть. Сейчас будем смотреть, находить. Вот такой вот номер. Козырный, я бы сказал. Фонарик 66. Верх заколхожен. Слегонца. Так. Сейчас идем смотреть коляску. И запчасти там еще новенькие какие-то есть. И новые, и бушные. И что касается его тоже, все есть. Все, что лежало здесь 30 лет. Сколько он стоит здесь, вы говорили, лет? 20 стоит? Или да больше? Не, меньше. Нет? Вот это, да, я его перегнал в 82-м году. Сюда. Поездили сколько? Лет 5? Больше? Да больше. Так, сейчас это на улицу будем смотреть хорошо. Я когда учился, ты еще на нем ездил. Или переносит. Перенос? Она легкая. Она уберет бедра. Так, теперь по комплектации. Берем оригинальные запчасти, которые есть. Крышка. Х.
Хомут какой-то интересный. Сидушка вот родная. Так, так, что у нас здесь? Это у нас родной зип, я вижу. Лапка тормоза родная. Ручной переключатель. Это оригинальные ключи. Это в наборе, да? С мотоциклом же ключи были, правильно эти? Да, да, то все. Крепление сидушки, пластинка. Мотоаптечка. Катушка. Все идет с мотоциклом. И шло, и идет. Какие-то метизы. Это, наверное, просто, это не по мотоциклу. Да, это, наверное, просто. Ну, тогда забирайте его. Да я. Оно не надо. Это по мотоциклу. Оригинальный зип. Шланочка от насоса. Это мотоцикл. Да, да. Что это у нас? Какие-то метизы, крепления, что-то. Автомат опережения вот. Так, мотоцикл уже на прицепе. Готов к транспортировке. Такое крыло. Еще раз акцентирую внимание. Такой кружзам. Но я сделаю потом более подробный обзор. Запчасти еще отдельно купил. Вот. Резина. В общем, буду ехать домой. А ты ящик сюда. Так, ну что. 100 километров я проехал. Еще мне осталось 100. Лишь в прицепе. Все нормально. Все двигается. Пишите, как вам мотоцикл. Жду ваших комментариев, лайков и ваше мнение об этом мотоцикле. Все, будем делать подробный обзор в следующем видео. Всем пока.